Короче, память у меня на телефоне кончилась. Этим кушать насыпала. Моей Мире отнесла. Сейчас опять, наверное, кончится. Илюха там внизу. Что-то ест. Орехи грызет. Все, хватит, Юль. Мишаня на шланг кидается. Вот. Что-то жрет там. У этих подносик. Ёшки тоже дали. Все, на ночь. На карабин. На сигнализацию. Видеокамеры включить. Машу на сигнализацию поставить. Самое сокровище мамина охранять. Ну, эти все просыпаются, он тусуется. А, большим же ж надо еще отнести. Большим сейчас еще один поднос. Надо будет их там больше всех. Опа! Сейчас. Ты домой не хочешь ехать? Илюнти, спускайся, царечек мамин. Быстрей. Эмка, Эмка вон наверху. Эмусь, иди сюда. А, яйца. Юля, дашь яйца тогда? Да, которые набитые стоят. Сейчас у носика обжираловка будет. Обжираловка. О, скажи так. Что здесь у нас? Что здесь у нас, скажи? Ну-ка, ну-ка. Шнабельком своим проверить. Подожди, нос. Сейчас же самое вкусное принесет тебе, Юля. Самую вкусняшку несет. Бонечка. Здравствуйте. Насадка. Смотри. Наверное, это мой рай. Да? Иди, мой рай. Похлюпай яичек. О, боже мой. Да разве может быть что-то вкуснее? Ты давай тоже это сильно не увлекайся. Ага. Понятно? Он прочухал, что это не домашний. Это магнитовский. И он прочухал. Вот это эксперт, а? Кому надо яйца на экспертизу, пожалуйста, приходите. Ладно, носик, перепелиных завтра дам. Нет, я собакам отнесу. Да. Ну, Боня у нас не эксперт, она так любитель. Поэтому Боню легко обмануть. Сейчас хряб за палец, и чашка на голову полетела. Да, злая женщина? Эмка, иди сюда, иди, моя ушастенькая, мыша моя. Что там, сэр, полетела? Иди сюда скорее. Бонь, не надо маску яичную делать. Бонь. Боня. Кто это? Это Зорик? Бузорик? Да? Мыша ты летучая. Даже клыки торчат он. Видно, как клыки торчат. Точно мыша? Ну-ка, ты так есть умеешь? Ну, макни ты хоть. О, так, говорит. Сейчас яичную эту на волосики сделаем масочку. Зараза. Жорик. Так, все, пошла мать себе на голову, наверное, делать яичную маску. Эмка, привет. Стой, ну пойдем по фруктикам ударим. Пойдем, спускайся, моя девочка. Так, кто там смел? Ах ты. Кто смел ребенка обижать? Тихон, по мордасам тебе. На носика не рычи. Он тебе зла не желает. Эмочка, тихо, тихо, тихо. Меня кусать зачем? Все хорошо, девочка моя. Девочка моя, холосая моя. Холюсенькая. Давай, давай. Пойдем по фруктикам поедим. Нос вообще в недоумении. Говорит, что происходит? Что зеваешь, бандитник? Морда цыганская. Эмчик, иди сюда. Так, яйца размазывают. Надо будет их отдать собакам, да и все. Эмочка, иди сюда. Иди, моя девочка. Скорей. Да, такой, блин, вроде яйца, вроде фигня, говорит, какая-то. Бонечка. Иди, моя цыганёночка. Иди скорей. Эмчик, что хочешь? А, все-таки сподобился. Только опрокиньте. Эмка, печёночку. Ой, печёночку. Мамины сухарики ценит одна Эмма. О, глянь, захрустела. Ешь, печёночка полезная очень.
Короче, надо сразу на пол снимать. Все равно опрокинут. Сейчас яиц надо отлить половину. Насадка. Сегодня где говорит, сердечки? Сердечки где? Ну, жует. А нет, он положил. Да положил он, таскать будет. Куда понес? На колесико. Спортсмен. Я, говорит, потом доем, буду спортом заниматься. Бонь. О, зайка, по-моему, спускается. Зайчишка. Тут хрустят. Угу. Цыгане, выходим. Быстро. Мама казала. Тихон, а ты узбек, а? Что сказала, говорит? Сучара, говорит, что ты сказала? Скучала по тебе. Ни есть, ни спать не могла, пока тебя не было. Иди сюда. Иди, а то до утра тут со мной просидишь. Ну, Боня масочку делает. Ладно, этим енот, другим енотом я пойду тоже набью яиц. Там еще есть десятка два. Зорик. Бонь, давай ешь, не надо ковырять. Все, давайте, развлекайтесь. Эмма будет обижать, кричи. Я приду, всем жопы налуплю.